Привет! Мы находимся в Черноморске, бывший город Ильичевск, на борту грузопассажирского парома компании «Укрферри», на котором отправляемся в путешествие в Батуми. Черноморский морской торговый порт расположен в 16 километрах от Одессы. Он один из самых молодых на Черном море, который строился в 60-е годы 20 века. Порт имеет железнодорожные и автомобильные подходы. Здесь действуют международные паромные переправы компании «Укрферри» в Поти, Варну, Батуми и Стамбул. Черноморский морской торговый порт расположен в бухте Сухого лимана. Давным-давно на этих берегах селились древние люди, еще во времена медного и бронзового веков. Здесь обнаружены поселения времен Киевской Руси. При черноморских степях находились хутора, известные под названием Бугово. Буговые хутора от фамилии первого поселенца, грека по происхождению, майора Андрея Буги. Ну а я, Андрей Сухачев, приглашаю вас вместе с телепрограммой «Звездочка» в путь полный вперед! Как хорошо путешествовать! А что, если стать моряком? Надо попробовать! Ура! Получилось! Вот это жизнь! Путешествуешь где хочешь! А ну, марш, строить палубу! Нет, кажется, лучше быть капитаном. Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою напевал он всю ту песенку свою. Капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел, и никто ему по-дружески не спел. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, что-то я замечтался, а
Наш корабль компанию «Карфари» уже прибыл в Батуми. Здесь я встретился с талантливыми грузинскими детьми. Ну, впрочем, пусть они сами о себе расскажут. Гамар Джоба, как называется ваш ансамбль? Наш ансамбль называется «Хангеби». Сколько участников в вашем коллективе? В нашем коллективе 20 участников. А что вы нам сегодня исполните? Мы сегодня исполним попури аджахские песни. Большое вам спасибо. Приезжайте к нам на фестиваль «Звездочка» в Одессу. А вы приезжайте к нам в Батуми. Обязательно приедем вместе с компанией «Укрфери» в фестиваль «Морская звездочка».